Вот такая вот история у нас произошла. Наши добросовестные строители ходят, улыбаются с той стороны. А у нас гаражи тонут, блядь. А по сути это уровень под дамбина. Еще 2 метра не хватает до верха дамбы. А они нахуй навертили через хер поймешь, что здесь натворили. Вот такая вот история у нас произошла. Сейчас мы тонем.